Дизайн интерьера – это работа, требующая колоссальных знаний, навыков и опыта. И, конечно, одной из серьезных ступеней в обучении специалистов должен стать курс менеджмента. Почему? Долго считалось, что творческий, талантливый человек автоматически достигнет успеха. Но, увы, практика показывает, что это совершенно не соответствует действительности. А отсутствие стандартов профессии и законодательной базы абсолютно размывают степень ответственности дизайнера. Студенты получат базовые знания и навыки, как открыть свою студию и как выстроить организационный процесс. Мы поговорим об эффективных маркетинговых стратегиях, какие из них работают, какие уже устарели. Обязательно будем говорить о психологии общения с заказчиками. Мы поговорим о коммуникациях с поставщиками и подрядчиками и с какими подводными камнями может столкнуться дизайнер при работе с ними. Будем говорить, как облегчить административную работу, о делегировании работы для того, чтобы рутинный процесс не поглотил творческую составляющую работы дизайнера. Этот интенсив будет полезен уже практикующим специалистам, которые хотят открыть собственную дизайн-студию, но также, я думаю, что эта информация будет крайне полезна специалистам любого уровня, потому что мы будем говорить о юридической грамотности, мы будем говорить о менеджменте. Я думаю, что это будет полезно на всех этапах развития специалиста. Это будет очень насыщенной информацией, полезной информацией, 7-дневный интенсив.